Ребятки, всем привет! Пришла мне вот такая труба с сайта AliExpress. С почты мне прям позвонили, так и говорят, придите, заберите свою трубу. Здесь у нас плакат. Шла посылка 21 день, 267 рублей. Я за нее отдал по курсу 3 доллара 90 центов. И сейчас, на дату выхода видео, она стоит 250 рублей. Не забывайте переходить по ссылке и смотреть актуальную цену на тот день, когда вы смотрите видео. Размер плаката 50 на 70 сантиметров. Давайте его открывать. А плакаты купил для того, что у меня дочка очень любит своими пальчиками все отдирать. И она в стыках нашла щелечку и обоины разорвала в комнате. Поэтому я хочу... Как бы ремонт мне еще рано делать. Хочу сначала заклеить эту брешь плакатиком вот таким, а потом уже... Ой, он помялся. Смотрите, ужас. Вот, а потом уже будем обои менять. Мне интересно вообще, стоит ли заказывать такие вещи из Китая, дойдет ли она. Ну, судя по всему... Ну, будем смотреть уже наклеенным на стену, как это все выглядит. Поэтому сейчас сниму видео, а завтра я это дело наклею и уже вставлю все эти фрагменты в видео, и вы посмотрите уже результат, какой получился. Еще я, наверное, постараюсь выпрямить все это дело, все-таки это все пришло в трубе. Мультик у нас, по-моему, называется «Немо». Там с акулой должны быть рыбки. Приключения Немо. Или я ошибаюсь, не знаю. Ну, просто мне понравился 3D рисуночек такой. Да, он считается как 3D. Очень тяжело отклеивается. Ус. Не знаю, как его положить, под какой пресс. Все-таки достаточно большой рисунок. Я искал плакат вот за эти деньги, чтобы не очень дорогой. Там можно и за 1000 купить и так далее. А вот 250 рублей, по-моему, максимум, что можно отдать за плакат. Ого, как они его запаковали. Да, вам не очень видно, но рисунок, правда, огромный, поэтому я его открою и покажу вам, что уже получилось. Ну вот, вы уже можете видеть. Вот он такой 3D, кажется, как будто бы в стене. Так, сейчас как поймаю. Наверное, может быть, надо свет выключить. Ну вот, вот такие рыбки здесь с акулами. И кажется, что в стене, вот видите, вот здесь, как будто бы дырка в стене, и там за ним вода. И рыбки плавают. Ну, посмотрим уже на варианте, как это будет все наклеено, поэтому я с вами прощаюсь, буду это все сейчас выпрямлять. До новых встреч, пока, смотрите картинки или кусочек видео, что я там сделаю, что у меня получилось. Всем покеда!